Бренд SkyBus впервые запускает в Сочи. Комфортабельные автобусы туристического класса будут доставлять пассажиров от аэропорта до горнолыжных курортов до конца зимнего сезона. Маршрут предусматривает несколько остановок, так что пассажиры смогут добраться до многих отелей горного кластера. На маршруте будет задействовано 6 автобусов. Они будут отправляться сейчас каждый час. Будет 7 остановок. Они распределены по 3 курортам. Это Горкий город, Газпром и Роза Хутор. И остановки будут у основных точек притяжения, у основных отелей этих курортов. Каждый из автобусов рассчитан на 46 пассажиров. В день они будут совершать по несколько рейсов. Днем к посадочной площадке SkyBus будет подаваться через каждый час, а в ночное время только 2 автобуса – в полночь и в половине 3 утра. Расписание ориентировано под время прилета и вылета самолетов. Предоставление такого дополнительного сервиса связано с увеличением количества туристов, желающих посетить курорт. Мы планируем небольшой рост, около 15-20% по отношению к прошлому году. Спрос на наше направление растет, и мы видим это при формировании расписания полетов. И мы с нашими партнерами из Единой транспортной дирекции стремимся оказывать тот сервис по транспортному обеспечению пассажиров, к которому они привыкли в Москве. Проезд от аэропорта до Розы Хутор составит 400 рублей. Для детей в возрасте до 12 лет цена в 2 раза ниже. Уже с завтрашнего дня в аэропорту у сектора Б будет работать касса. До Нового года планируется запустить еще один экспресс-маршрут от аэропорта до Эмеретинской низменности. Сейчас проект находится в стадии разработки. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.